Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Карина Саяхова. Казанский университет находит новые пути сотрудничества с другими регионами. На встрече с представителем Ульяновской области директор университетского технопарка обсудил возможные перспективы. Подробности далее. Сегодня технопарк Казанского университета – это перспективная площадка для сотрудничества с различными предприятиями. Просторные выставочные павильоны позволяют как организовать масштабные мероприятия, так и стать резиденцией для производителей товаров массового потребления. А расположение близ строящейся скоростной автомагистрали Казань-Москва расширяет рынок сбыта. Сегодня у нас 47 резидентов ТАСР. Это и местные, и люди, которые приехали к нам из других регионов. Главная перспектива, о которой мы все думаем, это доведение новых продуктов до рынка и создание необходимых условий для того, чтобы молодежь, умная молодежь, гениальная молодежь, те, которые могут создать какие-то новые продукты, оставались здесь, на территории Павловского региона. Это и возможность даже и трудоустройства студентов-выпускников университета. Если мы развиваем какие-то производства мелкосерийные, среднетоннажные, то компании-резиденты, они тоже, в свою очередь, заинтересованы получать кадры, управленческие, технический персонал, которые могут работать и работать результативно. После демонстрации павильонов технопарка представители Казанского университета и Ульяновской области обсудили условия размещения предприятий и организаций на площадке университета. Ариадна Кугушева, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.